Сегодня мы все чаще слышим об экологии, а точнее о необходимости защищать окружающую среду и бережно относиться к природе. Сфера эта очень обширная для простого понимания. Нас просят и правильно утилизировать мусор, и не тратить зря воду, а водителей пользоваться определенной группой моторного масла для своего автомобиля. Как за всеми экологическими трендами успеть и разобраться в них? Разберемся вместе. Смотрите на телеканале «Репортер 73» новую программу «Экологический патруль». Забота о природе начинается с понимания процессов. Например, каким образом к нам в дома поступает вода, как ее очищают и какого она качества. Кто и как это определяет. С водоснабжения мы и начнем. Смотрите в эту субботу, 21 октября, первый выпуск цикла передач «Экологический патруль». Мы расскажем о том, кто поставляет питьевую воду жителям правобережья, какой источник при этом используется и каким образом из грязной получается чистая питьевая и полезная вода.